День рождения, праздник детства, и никуда от него не деться. А сегодня день рождения. Не мой. Нет, не мой. Мой будет где-то примерно через месяц. Вот об этом позже. Сегодня день рождения канала Алекс Дозор. Ровно 4 года. 22 сентября вышел первый ролик на канале Алекс Дозор. И поэтому этот день является днем рождения канала. Хотя работу над каналом я начал гораздо раньше, еще с августа месяца. Были мысли, были попытки съемок, были попытки монтажа, был мандраж, было много чего. И вот где-то за полтора месяца у меня получилось, и я выложил первый свой ролик. Кстати, ролик тоже был про наушники, про ТВС наушники, Anker, Soundcore, Liberty Air 2. Интересные наушники, если кому интересно, как все это начиналось, ну, можете посмотреть этот ролик. В результате канал не задумывался, как чисто аудиоканал, который он превратился со временем. Да, были идеи снимать, ну, на все. И на наушник. Наушники в основном, конечно, преобладали. По тем временам лежали, это были ТВС. Вот. Но все же были и стиральная машина, и кофемашина. И даже, друзья, такой кринж, как обзор эпилятора. Это тоже кринжовое видео было. Все думаем, уже стоит его удалить, но как-то рука не поднимается. Знаете, как из песни слов не выкинешь, из истории событий тоже не хочется затирать и стирать. Было да было. Вот. Но со временем все это дело повернуло именно в этот самый, в проводной звук. Ну, не только, я и на Bluetooth наушники стараюсь снимать, когда у меня есть такая возможность. Есть одна причина, почему я не люблю снимать на Bluetooth наушники. Потому что купил, продать не получилось, полежали. Вот у меня пару пар в свое время умерли аккумуляторы. Вот, то есть человек пришел их забирать, покупать, и умерли аккумуляторы. И после этого не захотелось связываться с этой темой. Проводными наушниками все же попроще. Если они лежат, ничего с ними не случается. Вот это было такое легкое вступление. Короче, на канале было много чего интересного. Сейчас этот канал в основном про аудио. Бывают легкие отступления. Вот, скажем так, ну, которые только подчеркивают то, что у меня необычный канал. Это не технический канал, не техническо-обзорный канал. Я вообще не люблю, когда меня там пытаются назвать обзорщиком. Нет, друзья, это аудиоблог, где я что-то чем-то пользуюсь, получаю какой-то опыт, получаю какие-то эмоции, получаю какие-то новые знания, новые, может быть, ощущения, и делюсь потом с вами в своих видео тем, что получаю. И я очень сильно благодарен, друзья, что вы со мной. От всей души благодарен всем своим подписчикам, зрителям. Очень рад. И, конечно же, в день рождения канала я не откажусь от лайков. И если кто не подписан, от подписки. Ну и принимаю поздравления в комментариях. Вот. Но всех очень сильно благодарю. Вот действительно классно, что мы вместе, что вы у меня есть. Спасибо вам большое. Этих людей очень сильно благодарю. Вот, наверное, сейчас пролистается весь список друзей канала, может быть, за несколько раз. Все сейчас на экран, наверное, одновременно не влезут. Это те люди, которым я очень благодарен, которые мне оказывают, и я думаю, будут оказывать поддержку вот за все время существования моего канала и в дальнейшем будущем. Всем спасибо огромнейшее. Это спонсоры канала, те, кто помогал когда-либо любым донатом, тех, кто что-либо присылали, чтобы я мог ознакомиться и ознакомить вас. Вот все эти люди, вы сейчас их имена можете видеть на своих экранах. А так вообще они в описании к этому ролику. В описании к сегодняшнему ролику, друзья, будет одна интересная ссылка на вот эту штуку. Это беруши от Visa. Я сейчас вам про них расскажу. Закончу немножечко с вступительной частью. Расскажу про них и объявлю условия розыгрыша. Разыгрывать сегодня будем Arti TR1. Разыгрываем мы их благодаря Константину, который прислал их сначала для того, чтобы я ознакомился и ознакомил вас с ними. Вот, а потом говорит, а давай мы их разыграем. Ну, я, разумеется, не отказался. Чего ж отказываться такому хорошему предложению. Поэтому, Кость, от всех нас тебе тоже огромное спасибо за
то, что предоставил на розыгрыш эти наушники. И, кстати, Костя предоставил на розыгрыш еще одни наушники. Эти вот вообще он даже не распаковывал, взял, а потом говорит, да давай, говорит, мы их даже не распакованными разыграем. Все равно, говорит, у меня Канока есть, я примерно понимаю, как они будут звучать. Это CVG люки, и мы их обязательно разыграем 27 октября на мой день рождения. А еще Константин подарил мне на 4 года канала солоисты, чтобы я мог ознакомиться с ними опять-таки и поделиться с вами своими впечатлениями о них. Ему они очень-очень сильно понравились, и он решил, что у меня тоже должны быть такие. И там приехали ко мне вот такие вот сапики DT-01 от Shure. Его мы разыграем. Вот, парочку приехала, на один я буду снимать видео, а второй мы разыграем, когда будет 4000 подписчиков. Поэтому, друзья, если как бы пост, репост, может кого-то из родных, из близких, из друзей подписать, вот, я буду очень признателен и немножечко ускорим розыгрыш данного аппарата к этому моменту. Вот такой вот план по розыгрышам. Вот, я надеюсь, что эти вещи достанутся тем, кому они действительно будут нужны и кому они смогут принести удовольствие. Вот не просто так там кто-то вот, ну, выиграл там и забросил на полку или продал, или подарил вообще кому-то, а вот именно тому человеку, который вот возьмет, раскроет, начнет слушать, скажет кайф, и как мне этого хотелось, вот хочется, чтобы было именно так, друзья. Смотрите, я не буду сегодня рассказывать там, сколько видео мы сняли, как это все происходило. Нет, я вот это рассказал, давайте на этом будем завязывать. Этим я с вами поделился. Я хочу сегодня сделать такой мини-обзор на беруши. Почему на беруши? Потому что тоже Константин мне их прислал. Он обычно покупает у Визоров наушники, нравится ему то, что делает Визоры, разные у него наушники были от Визоров, и присылал ко мне их на канал, чтобы я снял о них видео. Вот. И в ближайшее время он написал, это, говорит, новинок у вас как-то нету, вы там не заснули, не закрылись, там живы ли, здоровы, вот. И скоро ли стоит нам ждать новинок. Они говорят, да, будут новинки, говорит, ну пока, говорит, вот мы решили выпустить такую штуку, как беруши. Не хотите попробовать, что это такое? Ну, Константин взял их и прислал мне, чтобы я поделился своим, скажем так, ну, тут тем более, я вообще не люблю это экспертное мнение, это не про меня, я просто впечатлениями делюсь. Вот, ну, чтобы я, наверное, впечатлений тут тоже не густо, чтобы я вам показал эту новинку от Визоров, так сказать, может быть, презентовал, может, кому надо, беруши. Сейчас поговорим о них, и потом я озвучу условия розыгрыша, что нужно для того, чтобы стать владельцем таких вот замечательных наушников, как Arti TR1. Вот такой нарядной коробочке приходят беруши от Визор. Называются они ES0AB. Вот. Вся схема выполнена. Смотрите, на коробке написано, что 51, ну то есть шум давят до 51,5 децибела. А в описании этих беруш на странице на AliExpress магазина написано 53,2. Небольшая такая разбежность, не знаю, с чем связана, не определились, может быть, до конца ребята, поэтому на коробке написали так, а в магазине написали так. Но не в этом суть. Давайте я буду постепенно их распаковывать и рассказывать, в чем суть данных беруш. Во-первых, они обработаны серебром. Вот. И ионы серебра отталкивают, дезинфицируют бактерии и вплоть даже какие-то такие большие какие-то кляксы паразитов, наверное, имеется в виду, ушных, перед использованием или после использования. Вот. И вот такие вот маленькие бактерии. Так, еще указано, что сделаны они с хорошего, там, мягкого какого-то приятного силикона. Смотрите, тут тоже внизу такая схемотехника, там, ну, не схемотехника, а схематический рисунок данных беруш. Так вот, прикольно сделано. А здесь у нас еще есть аксессуары. Так и хотелось сказать, аудиоаксессуары,
Ну, действительно, то, что здесь находится, вполне подойдет под описание аудиоаксессуары. Смотрим. Вот такой вот кейс. Маленький, прикольный. Кстати, беруши эти в куче, просто в куче разных цветов есть. Посмотрите, в магазине обязательно огромное количество цветов присутствует у этих беруш. И открываем. У меня вот в сереньком так. Смотрите. Маленькие, комфортненькие, мягкие, приятные. Самое интересное не то, что здесь написано виза, а то, что у них сменные амбушюры, друзья. Сменные амбушюры. И вот здесь вот находится пакетик, да-да-да, именно с амбушюрками. Кстати, не только амбушюрки, есть вот такой вот карабинчик для того, чтобы можно было вот здесь вот, видите, протянуть эту ниточку и вешать, не знаю, на ключи, на шею, на запястье, куда угодно. Там уже можно будет повесить данный кейс от амбушюр. Можно даже в нем не амбушюры носить. Я думаю, что лучше носить все-таки в нем амбушюры. Мне кажется, что внутри вот этот вот момент, который, то есть, что они обработаны ионами серебра, все-таки как бы и внутри здесь распространяется тоже. Вот. И сами. Давайте с двух сторон открою. Попробую это дело вытащить. Надо сначала пропихнуть, потом вытаскивать. Вот такой пакетик с дополнительными амбушюрами. То есть, вот все. Эсочка, вот элечка. И они мягенькие, компактные. И, кстати, можно попробовать и с вашими любимыми наушниками. Если вы любите амбушюры помягче, вот это как раз тот вариант. Итак, друзья, смотрите, что говорит про свое творение компания Visa. То, что полностью они звук не отсекают, не забивают ваши уши, как это могут сделать другие амбушюры. Вот, потому что это некомфортно и не способствует развитию и работе мозга. То есть, если будут забиты окончательно уши, то есть легкое поступление шумов, и если что-то будет происходить, какие-то, не дай бог, события, при которых нужно будет экстренно проснуться, эти амбушюры позволят вам это сделать. Вот. Полного затыкания, давайте так, ушей не происходит. Что я могу сказать по своим впечатлениям? Я не люблю спать с берушами. Мне иногда, когда надо, когда газонокосильщик косил траву, я использовал шумодав наушников на тот момент. Сейчас я попробовал, какого-то дискомфорта крепкого у меня это не вызвало, но с непривычки, да, мне там, может быть, было неудобно. Но, допустим, с другими берушами, которые полностью закрывают ухо, и в скором времени, может, вам покажу, ко мне приехала одна интересная модель с костной проводимостью, спортивной, гарнитуры, наверное, И там есть беруши в комплекте, которые просто затыкают вот максимально плотно ухо. Вот, то эти же делают так, чтобы кое-какие шумы, особенно там резкие, волнующие, просто оно не так резко доносится. Гудеж какой-то, работу ноутбука вообще вот убирают. Но все равно как бы все слышно остается. И вот они мягкие, комфортные, безопасные и обработаны еще ионами серебра, чтобы быть при этом безопасными еще и в медицинском плане. Вот такие вот замечательные беруши сделала компания Визор. Если что, пишите свои комментарии по этому поводу. Интересно, что вы думаете по поводу такой продукции от аудиокомпании. Стоимость данного безэлектронного аппарата для релакса 450 гривен, это примерно долларов.
Вот если вас заинтересовало данное устройство, вот, то вот, вот такая его цена. Все, по амбушюрам, по берушам заканчиваем и переходим к самому интересному и долгожданному. Переходим к розыгрышу Arti TR1. Вот, еще раз хочется сказать спасибо Константину за то, что предоставил их для розыгрыша на моем канале в честь 4-летия канала. И, друзья, чтобы их выиграть, я сначала думал, вот, ну, может быть, поздравление каналу, а потом думал, что я буду выклянчивать или напрашиваться на поздравление каналу. Нет, просто комментарий должен быть минимум из 7 слов. Говорят, что для правильного, скажем так, правильной поддержки, для того, чтобы YouTube определил комментарий как полезный, интересный контент, ну, то есть, нужно 5-7 слов. Поэтому не будем рисковать. 7 слов в комментарии должно быть, как минимум. И, ну, можно больше, там уже сколько хотите, столько и пишите. Но минимум 7. И начинаться, именно начинаться, не в конце, не в середине, чтобы когда я рандомайзером определял победителя, чтобы в самом начале я понимал, что вот он человек, который принял участие в розыгрыше. Я участвую в розыгрыше. Вот с этих 3 слов должен начинаться комментарий. Тогда вот вы будете как зарегистрированы. Следующее, что очень-очень важно, вы должны быть подписаны на мой канал. И у вас должны быть открыты подписки. Потому что я буду проверять, если будут подписки закрыты, я не смогу проверить, подписаны вы на мой канал или нет. И поэтому буду выбирать следующего претендента. Если будут открыты подписки, я перейду, найду себя в ваших подписках, и тем самым это будет означать, что вы победили и что данные наушники ваши. Отправляю я эти наушники только по Украине, потому что отправить куда-то за рубеж, ну, для меня это будет дорого и, скажем так, ну, немножко ударит по бюджету, по семейному, ну не немножко, а крепко. То есть этого я сделать не могу. Я отправляю наушники только по Украине. Выиграть вы можете откуда угодно. Главное, чтобы у вас был доверенный человек в Украине. Может, я понимаю, что многие сейчас разъехались, много кто далеко находится и все равно продолжает меня смотреть, поддерживать. Спасибо огромное. Вот. И поэтому у кого-то может быть родители здесь остались, у кого-то друзья, у кого-то другие родственники. Ну вот, и я отправлю данные наушники тому, кому вы укажете, а уже тогда он отправит вам там, где вы находитесь. Вот, вот такие вот простые условия, простые, но очень важные. Не забываем про лайк, если будет возможность пост, репост, чтобы больше людей узнала об этом розыгрыше, больше людей подписалось на канал. Это тоже для меня будет очень хорошо. Вот, и спасибо вам за это. Я желаю, пусть победит тот, еще раз, не, пусть не сильнейший, а тот, кому действительно нужны эти наушники и кому они будут приносить радость. А чтобы узнать, нужны ли вам эти наушники или нет, посмотрите все-таки видео про них. Вот. Ссылка на это видео тоже будет в описании ролика, чтобы вам было легче найти и сразу перейти. Все, друзья, давайте теперь, кстати, сейчас интересную фишечку замутим, пустим эксперта и посмотрим. Ну, короче, сейчас все увидите. А давайте проведем такой эксперимент. Что выберет наш главный пушистый технический эксперт? Наушники, приготовленные для розыгрыша, или же героя сегодняшнего видео, беруши от визоров. А ну, малыш, давай. Покаместь он хочет свободу. Гляньте, зубы прям, вот, прям схватил зубами. Хватит, чуть не погрыз беруши. Все-таки он выбрал беруши. Да тихо ты, да, гля, что творит. Она и наушники хочет укусить. Все, все, все. Все, отработал. Ну, иди сюда. Все, все. Молодец, молодец, молодец. Иди. Иди ко мне. Хватит. Я понял. Беруши зашли. Наушники тоже ничего. Хоть бери и беруши разыгрывай, а не наушники. Так, красавчик.
И гляньте, их пытается укусить. И то пытается. Что ты разошелся на день рождения канала? Гляньте, какой активный. Молодец, молодец. Вообще круто. Ты крутой, ты самый лучший. Иди тебе щечку поцелую. Он любит вообще вот щечку целоваться. Смотрите, аж замирает. Представляете? Я сам вот не знал, я когда-то его так поцеловал, смотрю, он раз и притих. Вот именно только в щечку. Никак по-другому. Вот такой вот у нас желтик. А так вообще не дотрога. И сам по себе, и все это. А так все, видели? И поплыл. Ну, и на этой такой нежной, позитивной ноте мы будем заканчивать сегодняшнее видео, посвященное дню рождения канала. И я еще раз очень сильно хочу сказать спасибо за то, что вы со мной. Кто-то со мной 4 года, кто-то со мной 3 года, кто-то со мной 1,5 года, кто-то буквально пару недель как подписался на канал. И я всем вам, друзья, очень сильно рад, и это для меня важно и дорого. Спасибо всем большое. Желтик, кричи всем. Пока-пока. Пока.